В нашем городе уже 20 лет существует спортивный клуб инвалидов «Даугавпилс», который объединяет вместе людей с особыми потребностями и способствует их интеграции в общество, занимаясь разными спортивными дисциплинами, играми и неформальным общением. Недавно это общество переехало в новые помещения по адресу улицы Циолковска, 4, где активисты клуба сделали ремонт и надеются открыться, как только это станет возможным ввиду пандемии коронавируса. Пространство на втором этаже дома в микрорайоне Химия требовало серьезной уборки и ремонта, и летом прошлого года было принято решение постепенно начать работы. Однако, учитывая то, что общество существует лишь на членские взносы, своими силами провести такое обновление было очень непросто. Мне хотелось бы выразить особую благодарность председателю городской думы за оказание в помощи ремонта, в частности материалов для ремонта. Мы очень мечтали, чтобы у нас было красиво, уютно, чисто. И также я хочу выразить благодарность нашей бирже за то, что они стали с нами сотрудничать, пошли нам навстречу и предоставили нам волонтеров, чтобы волонтеры смогли осуществить этот ремонт, сделать этот ремонт. Начиная с прошлой осени были проведены работы по ремонту потолка и пола, покраске стен, благоустройству помещений и замене мебели. Однако здесь есть еще немало дел. Необходимо утеплить окна, повесить жалюзи, закупить подходящую мебель. Члены клуба, число которых превышает 80 участников, очень надеются на помощь всех неравнодушных лиц, так как новое местоположение прекрасно подходит для выполнения всех функций сообщества. Здесь можно вместе собираться на мероприятия, как одна большая семья, делать походы в Стропской лес и использовать стадион 11-й основной школы. Мы уже практически закончили ремонт, но очень хотим еще новой мебели, уютной, комфортной, развивающей игры. Но, конечно же, мы обращаемся за помощью. Мы хотим, у нас много книг, мы хотим стеллажи под книги. Уверена, что есть добрые люди, которые не откажут в помощи, потому что сидеть в четырех стенах мы не хотим. Мы хотим развиваться, мы хотим вперед и высоким целям. Любой желающий помочь спортивному клубу инвалидов может обращаться по телефону. Пожертвование обществу можно также сделать посредством банковского денежного перевода с пометкой «Пожертвование для спортивного клуба инвалидов Даугавпилс». Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.